свободен после 10 000 лет тюрьмы. Но мой родной брат по-прежнему считает меня злодеем. Я покажу ему свою истинную силу. Я докажу, что демоны не властны надо мной. Ты в этом уверен, охотник на демонов? Ты точно знаешь, что твоя воля принадлежит тебе? От тебя разит могилой, человек. Ты пожалеешь, что стал у меня на пути. Ну что ж, нападай. Увидишь, мы стоим друг друга. Этот поединок может продолжаться вечно. Ладно, говори, что тебе нужно. Во главе армии мертвых стоит повелитель ужаса по имени Тихондри. У него есть могущественный колдовской артефакт — череп Гул'дана. Именно этот череп — источник порчи, охвативший ваши леса. И ты хочешь, чтобы я украл его? Почему? Скажем так, Тихондри мне не друг, а моему нынешнему господину было бы выгодно поражение легиона. С какой стати я должен верить твоим словам, человечишка? Мой господин видит все, охотник на демонов. Он знает, что ты всегда жаждал больше силы, и теперь она сама идет к тебе в руки. Только возьми ее, и от твоих врагов не останется мокрого места. Приветствую вас, ребята, на канале Роли Гейм Онлайн. С вами Росси. Мы продолжаем проходить Warcraft 3 Reforged за эльфов, 6 глава. И у нас теперь в подчинении, точнее под нашим руководством, или Дан, или мы под его руководством. И наша задача — уничтожить демонические врата, защищать череп и забрать череп Гул'дана, чтобы помочь Артасу или помочь себе. Кстати, вот и Артас появился в нашем прохождении. Новый тип войск у нас — это друиды-хищники. Теперь вы можете обучать друидов-хищников древу мудрости. Они могут превращаться в могучих медведей. Если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте. Нажмите на колокольчик, ставьте лайк и оставьте свой комментарий. Также подключайтесь и присоединяйтесь к Патреону. Мы начинаем. Итак, Иллидан. Кстати, Иллидан где-то здесь, если вы понимаете, о чем я. Значит, у нас есть два лучника. Поторопись. Две охотницы. Не буди во мне зверя. Мне нравится. Пару дриад можно. Здесь. Давайте еще пару лучниц. Сразу улучшим лучниц. И дальше мы ни хрена не улучшим, потому что у нас нету дерева, как обычно. Ладно, хотя бы тогда улучшим, чтобы дальше видеть. Сразу фонтаны на автомат. Так, что тут у нас вообще? Как я люблю природу. Что произошло? Тут у нас еще не улучшено. Не знаю, мне кажется, что, конечно, было бы лучше. Наверное, сделаем сейчас. Я готова. Потому что не сильно я доверяю. Следовать восстановление природы, ускоряет продвижение, усилит броню древ и древней. Не надо. Как я люблю природу. Привет. А, они еще и без маны появляются. Во славу леса. Так лучше. Так, что здесь, рев? О. Я слеп, но не буду. Уже первая. Татиры. Сволочи, сатиры, разбили мне дерево, убили мне огонька. Не прощу.
Кстати, у меня заканчивается уже. Ну, я всех нанял, конечно. Заканчивается у меня лимит. Припасы. Нужно сейчас поставить пару лунных колодцев. И это доказывает еще то, что все-таки деревья нужно ставить, потому что атаки будут. На лагерь атаки будут. Так. Светлячок появился и сразу пошел. Давай лунный колодец еще. Я вся внимание. Так, что тут у Лидана? Сжение маны, сжигающий жар. При использовании активирует огненную ауру, которая наносит 15 урон в секунду находящимся рядом с земным врагом, расходует маны до отмен. Понятно. Лидан у нас ловкач. Знаете, как я догадался по этой изящной атлетической ножке, расположенной на миниатюрке? Все. Здание готово. Сейчас мы как раз доставим лунный колодец. Возьмем этого огонька, поставим еще одно защитное дерево, точнее охранное дерево. И будем идти драться немножко. Где демоны? Здание готово. Здание готово, но, блин, надо аж 80 дерева для эльфов. Блин, я напомню, это такая большая проблема. Их позиции по жизни, то что они, блин, деревья не разбивают, а просто забирают у них лишний. Пошлите пока. Пошлите полазим. Что тут есть интересного? Зло приближается. Интересно, где же делась Тиранда и ее любовник Малфурион. Так, еще один рудник. Зелье маны. Слишком просто. Ну пускай. Это все. Я ж не могу пройти мимо нейтральных юнитов. Зло приближается. Ну там что есть? Магазин. Фолиант ловкости. Умри. Гоблинская лавка. Можно будет там шмоток прикупить. Включила демоническую эту хрень. Нормально они так прорежают мне. А, паучки еще остались. Так, выключить. Ну все, все, хватит драться. Давайте мне пару свитков исцеления, камень ясное видение. Не надо. Свиток возвращения, на всякий случай возьмем свиток защиты. Полечимся. Зло приближается. Так, ну тут мы, так сказать, все зачистили, а кладки, кладки, самое главное, ребята. Уже в пути. О, видите? Медицинский трактат, плюс 50 к запасу здоровья. Есть такое дело. Это все. Так, я хотел глянуть чуть по руднику, еще почти 15 тысяч золота, в принципе, хватает. Так, еще одно охранное дерево. Где дерево? Отправляемся сюда. Потом возьмем одного огонька и здесь тоже базу сделаем. Мне не нравится, что Иллидан идет где-то в конце. Он бы мог бы идти в начале. Потому что он милишник. Ну, то есть ближний. То получается, пока он добегает, чтобы драться, моих уже нормально так просаживают. Так, а что тут лёг? Вот так вот. Повысим себе, так сказать. Большие потери у нас здесь, но ничего. Тут, тут их целая база.
Я вам скажу больше, даже, наверное, Иллидану придется отступать в этой битве. Мы потеряли всех наших бойцов. Слишком просто. Ну ничего, сейчас мы его подлечим. Наши воины вступили в бой. А, это уже лишнее. Ну давайте, да. Это я случайно зацепил Мурлоков, когда пробегал мимо. Я отомщу. Ну ничего, сейчас мы их вольнем им. Ты пожалеешь о своей дерзости. Умри. Наша священная роль сейчас вернена. Я понял, все, бросаем. Я люблю природу. Зло приближается. О чем шумят деревья? Где демоны? Чего это вы тут без меня все распоясались? Вот и все. Лечите, все мои фонтаны должны лечить Иллидана, потому что рядом где-то здесь. И чего? Вот так. Я люблю природу. Я слеп, но не глух. 300 маны. У этого фонтана. Где демоны? Легко. Все, теперь нормально. Так, переходим в Т2, уже давно пора. Я готова. Конечно же, не хватает дерева. Сейчас мы еще. Как перейдем на Т2, прокачаем глеф и улучшенные. Мне нанести удар. Омоложение, классная тема вот у друидов. Вот, обучает омоложению. Хорошо. Богиня, укажи мне путь. Сто пятьдесят, а у меня 105 пока не хватает. Так, пока займемся деревом этим. Пробудился. Чтоб я не отрывал огоньков от важного дела. Собирать остатки. Кушаем. Богиня, есть такое путь. Дело. Я теряю. Так, мы еще кого-то одного ждем. Не знаю даже кого. Я слеп, но не глух. Наверное, вы знаете, я так подумал, наверное, возьмем одну глефомет. Вот так. И следом у него рикошетят. Ждем глефомет и поехали, опять подеремся немного. Ну давай, чуть-чуть осталось. Исследование завершено. Наша священная роща осквернена. Кто посмел заговорить? Ну а тут они так нормально. Иллидан где-то здесь. Только, так сказать, отбился. Немножко. Все, глифомет на месте. Берем его в свою банду. Отправляемся слишком сюда на разборки просто. Опять. Так, исследование завершено. На 75. Кто посмел заговорить со мной? А чего, в прошлый раз не убил этого бурлока-мутанта? Походу нет, раз не выпало. Легко. Его зато. Теперь мы халабуды поразбиваем. Болотное чудище. Так. Требуется больше древесины. Иди пока туда. Я теряю терпение.
Точнее, не иди, а лети, у тебя ж нету ножек. Зло приближается. Умри. Я отомщу. Исследование совершено. Ты пожалеешь о своей... Я просто что-то не понял, потому что раз они что-то наделали столько много моих копий каких-то непонятных. Может, ману ему сжечь, не знаю. А, и мне тоже ману сожгли, так что нормально. Порченные деревья, кто это, откуда вы взялись, зачем вы сюда пришли? Еще и напали мне на этот, на базу. О, ну тут такое нормальное нападение получилось на меня. А, все там. Второе дерево подключилось, так что нормально. Ну все, он отобьется, но одно дерево-то мы потеряли. Кто посмел заговорить со мной? Бля, убили, не успел. Не успел. Ты пожалеешь о своей дерзости. Достигли мы контрольной точки. Умри. Слишком просто. Так, потери у нас колоссальные. Я отомщу. Возвращаемся пока сюда. Я хочу взять себе еще свитков исцеления. Обновить надо. Ну, видите, не зря я пошел обновлять. Я слеп, но не глух. Зло приближается. Интересно, он один полетит или все? Все я полетели. Теряю терпение. Где демоны? Умри. Пришлось мне прервать свое путешествие в магазин. Не по своей вине. Это, судя по тому, что это оранжевый, где-то здесь, наверное, еще одна база есть. Туда нужно будет обязательно наведаться. Так. Убили все-таки немого светлячка, одного огонька. Надо заново выстраивать. Так. Вести рудник. Я слеп, но не глух. Пусть восстановит глеф. Итак, кого у нас там не хватает? А у нас не хватает следующие позиции. Значит, 3, 2. А, дриады 2 есть, отмена. Два медведя, изучим, чтобы они могли уже превращаться наконец-то. Так, дополнительный урон 275-175-150. Чё, ничего строить такое не можем. Древо мудрости. А чё? О, так у нас тут вырастет древо ветров, воздушных воинов и магов. Можно дракончиков чудесных изучать. Точнее делать. Но я все этого чего-то не обратил на это все внимание. Очень обидно. Досадно и печально вышло. 80 древа, дерево 80 надо. Ладно, езжайте туда. Ты пока еще лунный колодец подставь. Оплетенные рудники есть. Давай сюда пятерочку в работях. Надо бы тоже поставить.
готова. 175, да? Куда? О чем вы говорите? Откуда у бомжа столько дерева? Надо будет обязательно изучить вот эту... А, все, благословение природы уже изучается. Исследование завершено. Есть такое дело. Спящий пробудился. Хорошо. Где демоны? Так, еще два человека мы ждем. Вот они, две охотницы. Богиня, укажи мне путь. Исследование завершено. Хорошо, тут подстроено. Готово. Еще давай одно. Твой ход. Ну, на следующее улучшение нам надо очень много дерева. Очень много. Богиня, укажи мне путь. Опять эта хрень напала. Ману-то немножко полили мне. Здание готово. Так. Стражи. Да, чини. Я чини, лечи. Терпение. Исследование завершено. Это все легко. Друида, да, мне надо подлечить. Зло приближается. Так, отправляемся в магазин. Отправляемся в магазин. Так, ну, запасов, точнее, припасов у нас нормально, так что. Причем я сюда как бы хотел только еда надо привезти. Приближается. Ты пожалеешь о своей дерзости. Так. Так, возвращение. Защита. Я слеп, но не глух. Легко. А, подождите, еще, наверное, возьму. Это все. Кто посмел заговорить со мной? 200 маны. Ой, 200 голды, точнее. Бля, не хватает. Ладно. Где демоны? Поставим готово. Вот так. Погнали обратно наших городских. Так, где у меня там? Что-то недоулучшено вот здесь. 275, блин, дофига. Дофига, дофига, дофига. Вот чего они так растягиваются? Сейчас тут доделаем. Кинем их тоже на дерево. Здание готово. Здание готово. Все, шаруйте. Так, там ставится. Давайте еще одного светлячка мне. Точнее, огонька. Огоньку не найдется. В принципе, можем уже пойти закончить. Да. Ну как, попытаться начать их пробивать. Но мне интересует, где же там находится оранжевый, который нападает на меня постоянно. Кто посмел заговорить со мной? А вон зеленый какой-то еще. Зеленый уже был. Наша священная роща осквернена. Ух ты! Наши воины вступили в бой. Я понял, ну все, буду знать, что. Буду знать, что нельзя там ставить.
Короче, вышли пауки, нахлобучили, прогнали меня туда. О, это уже не пауки. Оранжевый, откуда они заходят? Ну давайте драться. Раз вот такие ребята удалые. Раз уже вернулся, придется тогда и паукам навалять. Где демоны? Это все. Наши воины вступили в бой. Кто? Ага, Глефа не улетела. Это печально. Да дерись уже как мужчина. Так, и чего? Кладка, кладка. Ну так дело в том, что я их не трогал. Ну ладно, придется тронуть. Так, а ты подлечи вот эту подружку. Видите, не зря. Камень маны. Это все легко. Какие-то там крутые сапоги. Легко. Зло. Наша священная роща осквернена. Видели только что-то прикол? Типа по анимации рожевое дерево лупануло свою же эту. Это все. Ладно, обойдем по этой стороне. Так, у нас погиб одна лучница и Глефа. Здание готово. Тут чего? А, друиды-вороны. Слишком просто. Друиды-вороны тоже нормальные ребята такие. А, вот и ваша база, ребятушки. Сначала надо сразу разбивать им лунные колодцы, чтобы они не могли их лечить. Потом все остальное. Так, сразу подлечить. Забыл, сам же по своему правилу только что говорил, что нужно сначала разбивать колодцы. Исследование завершено. Я готов. Будете знать, как мне на базу нападать. Выпускай свою сову гребаную, чтоб она подсветила нам немножко, что тут происходит. О, Ридан качнулся. Ого. Кто ты, воин? В любой непонятной ситуации, я считаю, надо превращаться в медведя. Я теряю терпение. Давайте, давайте, добиваем. Все, теперь уже этих. Ты пожалеешь о своей дерзости. Михалыч сейчас завалит одного. Наши воины побеждают. Так, одного Михалыча у нас там убили, да? Я слеп, но не глух. Ну и можно сказать, что практически уже убили одного охотника. А ну если мы сейчас с Михалыча выйдем обратно. Неоманы ни нахрен собачьи нема. Иди обратно, бублик медведя.
кстати, задачи. Дополнительная не получена. Я слеп, но не глух. Точнее, не дополнительная задача, а подзадача в основных. Ничего страшного. Я вам вон новый нашел. Легко. Это все. Зло приближается. Погнали обратно лечиться. Мне нанести удар. И пойдем. Наши воины вступили в бой. Оху. Кто посмел заговорить? Что-то мы шли-шли, не дошли. Не зря я лишнюю лучницу, эту охотницу взял. Слишком просто. Под глобальное незамедление. О, боевые когти плюс 5. Уточню. Так, идем лечиться. Сейчас возьму Ильдана, загоняю еще за ботинками, там были. Наша священная роща осквернена. Я теряю терпение. И нашу прочную тут атакуют. Слишком просто. Смотрите, она как начала это. Начал нанимать светлячков, и они, им стало неинтересно бить дерево, и они его бросили. Зло приближается. Вперед, вперед, вперед. Вы пока дойдете, тут уже всех поубивают. Ты пожалеешь о своей дерзости. Или да, но опять всю ману спалили. И собаки дикие. Где демоны? Так, все, всех мы подлечили. Легко. Мне нужен Элидан. Базуй сюда. Только ты не стой, не скучай. Еще где-то один должен быть. Так, мы все изучили, кстати. Да, ни хрена мы не все не изучили. Но дерева теперь много, могу себе позволить. Смел заговорить со мной. Наш рудник истощен. Бывает. И тогда придется собирать это дерево и чесать вам сюда. Что же делать? Так, или да? Я слеп, но не глух. О. Плюс 6 ловкости героя. Он у нас теперь стал такой именно ловкач, ловкач, ловкач. И что тут еще вроде не должен быть? Здание готово. Отлично. Так. Сразу отправляем их. Не знаю, просто тут откуда можно ждать чего угодно, отовсюду точнее. Вот так мы сделаем. Здание готово. Так, ты всех там долечил, да? Красавчик ты лучший. Тут чинит. Это все. Все, идем валять. Легко. И опять Ильдан идет в самом конце своей банды. Кто посмел заговорить со мной? Места все равно нету. Думал загонять за свитком исцеления, но видно не судьба. Так, там дерево ставят. Еще тут одно дерево хочу подставить. Это все. Вдруг опять будет вероломное нападение на меня. Здание готово. Так. Здание готово. Здание готово. Здание готово. Подсоберем вторую армию. Здание готово. Зло приближается.
Рудник еще наплетается, так что есть время подраться. Это все. Я прилетел на крыльях ветра. Слишком просто. Ну, а там уже присутствует именно сам Легион непосредственно. Да хорошо. Легко. Исследование завершено. Готово. Это все. Зло приближается. Я готова. Это я проходил вроде, да? Слишком просто. Проходил, но что-то я забыл разбить. Я отомщу. Так, рудник есть. Кто посмел заговорить со мной? Умри. Наша священная роща осквернена. Легко. Эта хрень на меня напала. Кто это вообще, болотный гад? Чё ты пришел туда? Богиня, укажи мне путь. Да. Это все. Непонятно. Зло приближается. Наша священная роща осквернена. Я люблю природу. Легко. Я тоже. Слишком просто. Богиня, укажи мне путь. Сейчас сквернена. Побьетесь? Исследование завершено. Тоже откуда он пришел, подонок? Высокие расходы. Получи, фашист, гранату. Ну, могу себе позволить высокие расходы. Раз на то пошло. Конечно. Так. Да. Сделаем непроходимую такую стену. Как я люблю природу. Нет, еще не все улучшено. Мы сейчас просто из эльфов сделаем машин. Машин для убийства. Че, все тут? У нас времени полно. Исследование завершено. Уже в пути. Езжайте туда, и сейчас мы двумя армиями зайдем с разных сторон и сделаем им прием со скептицки. Сейчас, в общем, бафаемся и заходим, рубашим их на капусту. Зло приближается. Ой-ой-ой, тут уже... Как-то так тогда. Ты пожалеешь о своей дерзости. Легко. Исследование завершено. Друид. А, блин, не то нажал. Ёлки-палки. Выходи со своего облика, никому не нужного. Полечи. Уже в пути.
подружань. Все, можешь обратно в облик уходить. Зло приближается. Вот где хранится череп Гул'дана. Жалкие демоны не помешают мне забрать его. Конечно, с такой армией тебе же никто не помешает. Мы бы могли бы еще и через темный портал зайти и в этом Shadowlands еще и этим навалять. Самим демонам у них на родине. Все, валяем трендюлей порталу. Больше собирался. Любого из архимондовых прихвостней. Да, эта сила была предназначена мне. И теперь она моя. А, это не все. Где демоны? Не знаю, Эльда, мне кажется, твой братец тебя не поддержит в этом. Кто посмел заговорить со мной? Я теряю терпение. Сейчас. Ой, братец не поддержит. Я слеп, но не глух. Где демоны? Пропустим этого нашего новоиспеченного нигера. Понятно, вас нету. Можно вас было не перевращать обратно. Я теряю терпение. Я не сплю. Я не сплю. Слишком просто. Я слеп, но не их тут нормально ребят вообще, он еще и снизу. Ты смотря с какой стороны заходить, наверное. Кто посмел заговорить со мной? Ну, у меня уже фул прокачанные войска, так что мне. Что там тихундри, метахундри, сейчас ты получишь от мистера или Дана. Так, надо их превращать обратно, надо быстренько лечиться. Блин. Так, в принципе, все живы, все здоровы.
На последнем издыхании я убил. Мерзкий демон! Что ты сделал с моим братом? Это я, Малфурион. Теперь я такой. Нет. Иллидан, как ты мог? Повелитель нежити уничтожен. А земля со временем залечит свои раны. Ценой твоей души? Ты не брат мне. Уходи. И никогда больше не появляйся в наших землях. Как скажешь, брат. Не брат ты мне. Вот такие вот, ребятки, дела. Иллидан стал черным. В то время Майкл Джексон хотел быть белым из черного. А тут наоборот. Ну, об этом уже в следующем видео. Спасибо за просмотр. Пока-пока.